ребят по ссылке с чего-то там, потому что не знаю, откуда с eBay или с AliExpress, не знаю, что тут. Но тут вроде чехол. Давайте откроем, поехали. Так, ну пакет довольно-таки мягкий. Я просто думаю, я руками порву. Да, ножик нам не потребовался в этот раз. Ура! Что здесь у нас? В пакете больше ничего нет. Тут у нас... О! Jordan 23, отлично. О, как запаковали-то. Впервые вижу такое. Ну, это с Алиэкспресса. Так, как бы его... Ага, понадеялся я, что без ножа. Отлично. Вообще не люблю при помощи ножа что-то открывать, либо потому что я неоднократно даже при распаковке пальцы себе резал. Правда, это я, по-моему, потом не выкладывал, если резал себе пальцы. Но было весело, надо сказать. Ребят, скотч, это еще и скотч. Но это я называю добросовестно запаковал. Так. Это еще не все. Так, вроде как. О, получилось. Отлично. Так. Так, отлично. И еще вот тут запакован. Jordan 23. Отлично. Давайте откроем. Посмотрим, как на телефоне это будет сидеть. Так, почему? Ух ты! Ну вот. Ну, я вам скажу, респект, ребята, респект. Слушайте, такой материал очень приятный. Это пластик, наверное, но он не глянцевый. Я очень боялся, что он... Ну, на картинке он вроде был не глянцевый, но я так сразу не подумал. Давайте наденем. Ну, вообще идеально. Вот, слушайте, очень тонкий такой чехол. Ну-ка, пахнет как... Ну, пахнет он... Не очень хорошо, я бы сказал вам. Ага, прикол. Я начал его нахваливать, а по-моему надпись... Стоп. Я вот так смотрю, вроде... Да нет, видно, что она кривая слегка. Ну опять приехали. Только начал нахваливать, надпись кривая. Ой-ой-ой. Ну, по ощущениям, он приятный реально, но надпись, конечно, по ощущениям, он реально, он такой чехол, я уверен, что царапаться, но он не будет затираться, просто по ощущениям, то, что затираться нечему, по ощущениям, по крайней мере. Что ж за фигня, я уже обрадовался, что похвалю сегодня чехол. Видите, да? Если вот провести вот здесь линию вот так, вот тут, что 23, по-моему, криво. Знаете, мне даже ради интереса, блин, у меня линейки нету нигде сейчас под рукой. Давайте-ка я возьму линейку сейчас, чисто ради интереса посмотрим. Так, ребята, это, конечно, не совсем линейка, но, тем не менее, тоже сойдет. Вот. Хотя нет. Стоп, ну вот. Ну да, видите, да. Отлично. А если брать вот здесь, вот раз, вот ровно, в принципе, я взял сейчас. Тоже криво вот так, от этого угла, если от этого. Ну, если взять, допустим, измерить вот так вот, сколько здесь от угла до угла. Так. Камера, прошу тебя, сфокусируйся. Здесь у нас... Один, два, пять, шесть, семь, восемь. 8 миллиметров здесь сколько?
Есть 1, 2, 3, не, стоп, 5, 6, 7, 8, 9 миллиметров вот здесь. 8, 9. Ой. Ладно. Не знаю, буду ли диспут открывать. Мелочь, с одной стороны, но я вот этот чехол... Вообще, я много чехол взял на продажу, но вот... Ну, блин, видно, что он кривой же. Не знаю. Так, чехол-то реально прикольный, но... Не думал, что он такой кривой. Сейчас я вам хочу вот показать. Сейчас, ребята, я вернусь. Так, ребята, так это выглядит. Так, давайте-ка я сейчас сделаю поменьше яркость. Ну так это выглядит. Но тут, правда, картинки для 6 айфона. Ну тут видите, да, все ровно, в принципе-то. Все нормально. Вот ровно. Я думаю, что здесь линейку я не буду прикладывать. Ссылочку, конечно, оставлю. Вроде по отзывам тоже, видите. Хотя вот тут, ну-ка, подождите. Давайте пока посмотрим. Еще фотки, может быть. Хотя, может, я придираюсь, не знаю, а тут фоток-то нет особо, окей. Ну, ребят, заказывать, не знаю, стоит, не стоит, решайте вам, в принципе. Ну, вот по ощущениям, лежит в руке, как он смотрится на телефоне, видите, да, смотрится он классно вообще на белом телефоне, ну, на золотом, на белом будет классно смотреться. Можно взять с черным, если у вас черный iPhone, допустим, если на пятерку, на шестерку, на 4S, по-моему, нету, к сожалению. А шестерку тоже есть. Хотя нет, тут в этом лоте походу только на пятерку. Но есть такой чехол на шестерку, я думаю, поискать. Но, блин, не знаю. Не знаю, подумаю. Ну, наверное, диспут, ладно, не буду открывать, потому что, ну, не знаю, но все равно видно, что криво слегка, но ладно, что уж там говорить. Сколько я его, там, по-моему, за рублей 100 взял. Ну да. Доллар, даже 69. Ну, в принципе, окей. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Вот такой вот чехол пришел с Алиэкспресса. Всем удачи, всем пока.